городе Шуша проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения азербайджанской столицы от армяно-большевистской оккупации. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил председатель правления Управления государственного заповедника города Мифтун Аббасов. В публикации он написал, что его переполняет чувство гордости за национальную армию, благодаря которой удалось освободить город Шуша и другие оккупированные Арменией территории Азербайджана.